Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Спорт вместе». Меня зовут Галиев Сергей. Мы с вами разберем сегодня, что же нужно разминать, почему это нужно разминать, почему нужно разминать все тело перед каждой тренировкой, даже если вы выполняете какую-то определенную группу мышц. Разберем те приспособления, которые помогают этому, способствуют и предотвращают травмы. Перейдем с вами, посмотрим, что же я имею в виду. Сначала мы разминаем наши голеностопы, наши колени, наш тазобедренный сустав. После этого мышцы кора, спину, плечи, предплечья, локти, запястья очень важно. Конечно же, тоже пальцы, шея. И для того, чтобы включиться в работу и поднять пульс, мы сделаем перед этим всем с вами несколько упражнений. Это подтягивание, отжимание и бёрпи. Итак, друзья, самое первое, что мы с вами сделаем, это приседания. Опять же, следим за своими коленями, чтобы не было вот такого вот, да, потому что это неправильная постановка ног. Нужно присесть максимально назад, чтобы наши колени не травмировались, и максимально разогреем тем самым ягодичную и все наши ноги. Переходим на наши руки. Плечи. Самое важное – это плечи. Ручки ровные. Разминаем такие движения. Движений может быть масса. Для того, чтобы полностью растянуть, разогреться. Такие вот движения. После этого, как мы разогрели наши плечи, мы разогреваем локти. В одну сторону и в обратную сторону. Достаточно. После этого самое аккуратное и важное, то, что нужно сделать, это размять шею. Ее не нужно молтыхать, болтыхать и без подконтрольно это все делать. Мы очень медленно ручку подставляем на наше плечо. И очень медленно мы растягиваем. Растягиваем все наши связочки с одной стороны. И переходим аккуратно. Самое главное, это аккуратно. Растягиваем нашу другую сторону. После этого растягиваем зад. Нашей шеи так же самое аккуратно все делаем, чтобы не повредить, не травмировать и не потянуть. И немножко растянем перед. После этого желательно сделать подконтрольные движения в правую и в левую сторону. Итак, друзья, более-менее мы с вами так разогрелись. Сейчас мы сделаем с вами еще отжимание, подтягивание и бёрпи. И можно будет начинать нашу тренировку. Итак, друзья, переходим к последней фазе, стадии, скажем так, нашей разминки. Это отжимание от пола, это бёрпи и подтягивание. Первое – это отжимание. Смотрим правильное выполнение. И самое главное – соблюдаем технику. Разгибаем полностью наши локти. Грудью касаемся пола. Попа не висит. Ножки ровные, натянуты. Хорошо. После этого мы выполним такое движение и упражнение, которое называется бёрпи. Его еще используют очень часто в кроссфите. Хорошо, друзья. Итак, переходим к последнему, заключающему, к тому, чему может нас подвести к основной тренировке. Это подтягивание. Благодарю вас за внимание. Вам здоровья, всего доброго. И переходим к следующему выпуску. Спорт вместе. Галевец Сергей, Gym Style.